По данным ученых, к нашей планете с огромной скоростью приближается комета. Возможны помехи в работе сотовой связи и в сети интернет. Нина, ты? А кто говорит? С каких пор ты перестал меня узнавать? Кора, что может звенеть в стене? Необъяснимая Ру считает, что это звон цепей неупокоенных душ. Надо тебе поправить исходный код. Чё-то ты распоясался. Вот это... Я таких раньше не видел. Либо это подделка очень высокого качества, либо времени не оставил он на ней своих отметин. Вы почему не на фронте? Нина, а какой сейчас год? 1942. Я зафиксировала 3 случая срабатывания временного ящика. Разрешите войти? А вы точно ко мне? Точно к вам. Обещайте мне, что никому не расскажете. Что я не расскажу? Дверь появилась в 43-м году и до сих пор не исчезала. Посылки в прошлое исключены. Подождите. Алло, Нина! Он, ты, видимо, совсем сошел с ума. Кто ты такой? Документы ваши, будьте добры. Это изменит ход истории. За все нужно платить, верно? А ты как на моем месте поступил? Расскажите, что будет потом. Что это за место? Остров. А где находится, я так и не понял. А что, если это не наша планета?